On this occasion, we honor the memory of Mstislav Rostropovich. Этим мероприятием мы чтим память Мстислава Ростроповича, гениального человека, и нам посчастливилось, что этот человек был с нами. И нам посчастливилось еще больше, что его дух и его традиции остались с нами и по сей день. Он испытывал совершенно жгучее желание помогать молодым музыкантам, давать им надежду, помогать им раскрывать для себя и по-настоящему привносить в этот мир то, что отражено на страницах величайших музыкальных произведений.
Очень хорошее исполнение. When you began the chorale, когда вы начали в середине хорал, not so much the soft pedal, because when you use the use in life, use the soft pedal as little as possible, because it changes the shifts the thing, so it creates a different sound. You be the pianissimo or the piano. Just the chorale. Когда вы начали играть хорал в середине произведения, меньше левой педали и вообще. No soft pedal. You are the soft pedal. И вообще в будущем жизни старайтесь как можно меньше пользоваться мягкой педалью, левой педалью. Вместо педали вы должны быть этой педалью. Совсем другой звук. Yes. You don't need the pedal. Педаль вам не нужна. Пойте. Да, потому что это настолько волнующе. So interesting because the a polonaise is danced, and this is such a fantasy. Вы знаете, здесь интересный момент, ведь полонез обычно танцуют. А Шопен же вот в этой фантазии, здесь должна быть ностальгия, здесь должны быть мысли о его стране, которую он очень любил. As we all love our countries. But he was thinking of people at home. И своего рода думая о своей стране, он как раз должно быть вспоминал вот те вечеринки, на которых он бывал, те полонезы, которые танцевали при нем. И это наполняло его сердце одновременно нежностью и тоской по ушедшему прошлому. И это должно быть слышно в этой музыке. Мы знаем, что Шопен писал прекрасные полонезы, но и русские композиторы писали совершенно потрясающие полонезы. И в частности Мусоргский, Борис Годунов. And also Eugene Onegin. И Евгений Онегин. There you have two fantastic
Это два совершенно фантастических, прекрасных полонеза. Что касается полонеза фантазии, то это должен быть такой своего рода умственный или опыт с воображением. Здесь должна быть отчетливо слышна фантазия и ностальгия. Вы играете это превосходно, очень четко и красиво. Но здесь должна чувствоваться вот эта эмоция, заложенная здесь, ностальгии и любви. Chopin's story through your eyes.